Приветствую вас, друзья, с вами Назар, и мы продолжаем играть в Европу Универсалис за Османскую Империю. Так, в этой серии мы будем потихонечку врываться на Аравийский полуостров. Вот. О! Мамлюки, кстати. Стоп, а почему мамлюки? Гарантия? Да, гарантия. Ну, хорошо. Без проблем, как говорится. Ну, я бы не хотел, конечно, этой войны, чтобы здесь побыстрее перешло перемирие. Тут вон 9 лет осталось до следующей войны против мамлюков. А тут получится еще где-то лет 3-4 добавится. Но, правда, можно будет взять от мамлюков еще парочку проф. Так что, нормально, вот как раз таки вот эти две профки взять. Тут закрыть, так себе сделать красиво все. Ну, либо Александрию попробовать отжать. Хорошо, ладно, пусть будет так. Провинция Тайма тут одна единственная у нас претензия. Частями 16. Ладно. Так. Этих мы сразу вон куда-то туда направим. Этих мы направим сюда. Будем стоять где-то позади. Англия нас объявила. А, блин, еще с этим. Они что, они вассалы. Ясно, понятно. Хорошо. Так, этим можно поставить сначала охота за вражеским флотом в Средиземноморье. Пусть он где-то тут ходит, бродит. Вот. А потом можно будет поставить ему на эту самую на блокировку портов. Так, тут нужно встретиться с мамлюками. Вижу, они уже идут на нас. Вот тут армия просто две разделены. Так, тут он отступил, хорошо. Там главное, чтобы они тоже не собрали большую армию. Эти 17 тысяч могут и разбить. Так, стоять. 39, да? Вот этих 4 сразу сюда закидываем. И еще возьмем, отправим ему. Ну, пусть будет пушку одну отправим. И отправим одного вот этого. Вот так. А этими пойдем куда-то сюда. Так, система Дивширме. Традиции 50. 50, Карл. Карл, 50 традиций дают военных сразу. Чё? Чего? 50 военных традиций на халяву. О, господи. Осман, я вас люблю. Тут бы можно было, конечно, взять очки военные, поднять теху, но зачем 50 традиций, да? Да, хочу. 50 традиций, Карл. 50. И естественно, говняный генерал. Так, вот это уже получше. Вот этих тут нужно немножко поувольнять. Ну, вот этого уволим. И кого еще бы уволить? Вот этого. Или вот этого. Ну, трешо как. Ну, ладно, вот этого уволим. Вот так. Один шока. Ладно, пусть будет так. Не, ну просто при 100 традициях давайте генералы на 2 звездочки. Это, конечно. Тут, наверное, никогда не справится вот этот идиотизм с этими генералами. Если у тебя 100
Очков тут по-любому должно быть стопроцентная гарантия того, что тебе дадут хорошего трехзвездочного генерала, у которого там будет, ну, хотя бы либо в характеристиках огня или мощи натисках минимум будет четверка. Минимум. Там дают по тройке, по единичке. Иначе в чем смысл этих традиций, если тебе не дают нормального генерала за них? Так, тут лучше придет. Так, и нужно опять-таки фабриковать тут. Я не успеваю это все делать на всех направлениях воевать, поэтому исчезают у нас претензии. Так, Волынь нужно тоже захватить, так что создадим здесь тоже претензию. Да и вот этих, в принципе, тоже. А, тут крестьяне, блин, ну Крым, ну что ты такое убожество, ну блин, какое-то никакое. Хотя тут есть, конечно, казус белли, ну пусть будет. У Крыма даже есть претензия. А, кстати, говорили дать Крыму денег, что тогда он будет обращать в нашу религию. Ну, не знаю, потом будет свободный дипломат, тогда и дадим. Пока что пусть будет так. Я не продвинусь никак. Каир блокирует проход. Были бы вот эти две провы в моих владениях, то я бы смог тут пройти, а так пока что не могу. Смотрите, реально он ловит корабли вражеские как-то. Вручную так очень тяжело поймать. А вот автоматом он ловит. Так, еще один транспорт. Хаса еще с кем-то воюет. С персами. Да, с персами. Это такой стал. Слушай, а может не надо сюда идти? А может не надо? Ну да, кстати, тут закончилась война Золотой Орды против Казани Белым миром. Никто ничего не получил. Так что вот такое вот дело. Ага, Крым сюда решил, да, прийти. Но тут я никак не доберусь, тут нужно транспортами туда перекидываться. Ой, ну ладно, пусть тут стоят. Хотя, можно убрать. Так, Казань, соглашаемся. Пусть будет этот союз. А то их тут нагнут еще до беды. Так, что этот Каир вообще еле-еле продвигается, осада там. Разделять тут боюсь войска, потому что мамлюки могут атаковать, я могу не увидеть, и тогда вся вот эта осадная деятельность будет понапрасну, потому что придется снять отсюда войска. Можно 25 тысяч оставить, а туда сколько? 8 отойдет. Ну, 8 этого мало. Так, Мекка взята. Ну, давай дальше. Не знаю, оставлять тут корпус или не оставлять. Тоже, опять-таки, стрёмно. Тут возьмем, в принципе. Можно взять генерала лучше на один. Так, сюда. А, не, смогу. А, сюда смогу. А,
Так, нормально. Тут нужно сюда отойти. Тут сколько мы оставим? Давайте еще. Так, один пошел. Три. Четыре, то есть вместе. Пять. Еще два. Сюда их отведу. О, блин, смотри. Сразу двинулся. Сразу. Так что такой вариант не пройдет. Хотя нет, он куда-то туда ушел. Ну, сейчас посмотрим. Пошел туда. Клюнул на вот эти войска. Ладно. Ну, вроде бы флота уже мамлюков нету. Так что блокаду вражеских портов. Средиземное море. Но он ведь только в одной, ну как бы, ну, в одной морской зоне может стоять. Или не в одной, или может в некоторых. В нескольких. Ну, черт его знает. Так, здесь будет осада долгая, потому что у нас тут нету корабля, чтобы заблокировать. Да, он пошел за этим. Ай, черт с ним, с этим Крымом. Это его проблемы. Да не, смотри, разделился. Фу. А если я отменю миссию? А, ведь он просто разделился, и тут вообще никто никакой миссии. Понятно, значит, вручную нужно собирать это все назад. О, кстати, у меня еще вот эти есть. Идеи. Так, веротерпимость берем сразу. Так, рекруты сразу быстрее начали устанавливаться. Ну и плюс один дип отношений тоже не помешает. Так, что там, Крыма полностью уничтожили. Ясно, понятно. Так, а здесь, ну, по идее, можно попробовать до того, как враг подойдет сюда, можно попробовать взять вот эти ближайшие крепости. Ага, он там даже не хочет сюда идти. Да, научили делать вот такие осады. Ишку. Раньше он просто тупо стоял целой армией. Теперь, видите, делится. Но все равно, ну, как бы, не до конца научили. Он тут бы мог разделиться. Хотя, вот, а не, вот эту он бы мог брать. Запросто. Так, столица взята. Отлично. Вообще, давай половину. Может, тут попробуем разбить. Так. Начинаем раскидывать по осадам. Сейчас мы тут быстренько оккупируемся. Хотя, может, и не оккупируем. Да нет, должны, пока он там дойдет. Тут он свалил, так что
далеко уходить не будем. Сразу в Каир. А он просто встал на оккупацию. Ну, это его проблемы. Хорошо. Ну. Да, блин, не то. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. А видите, ушли корабли. После того, как я тут оккупировал все, они уже перестали здесь блокировать. Стали здесь блокировать. Умно, умно. Ну, в конце войны они, наверное, просто-напросто соединяются все вместе. Так, что там военка, наверное, подошла. Угу. Но пока что рановато военку брать. Блин, ну давайте еще одного попробуем. Ну нахрена мне маневренность эта ваша сраная. Задолбали. Не хочу я маневренность. Дайте мне генерала на 4 шока или на 5 шока, и все, я от вас отстану. Вот это тоже какой-то херня. Господи, что за генералы? Это, блин, генералы на 20 традиций, на 20, на 30 традиций, а не на 100. Но 5 дали. Ну не хочу я вот такого. Не хочу. Дайте мне 4 шока. Дайте мне 5 шока. Дайте мне 3 осады. Почему я, как правитель государства, не могу сам выбрать среди там достойных офицеров назначить кого-то генералом? Почему я должен руководиться каким-то случаем или чем-то еще в этом роде? Так, уходи, уходи отсюда, ты все равно не успеешь. А не успеет. Так, вроде бы народу тут уже сфабриковано. Полностью, да? Можно попробовать пойти повоевать против мамлюков, у них там все равно вон, кавалерии нету. Так что они будут легкой мишенью. Видите, на горную прову не стал, стал на равнинную, тоже не дурак. Хотя может он туда просто не может зайти. Так, число админки минус 50, Беи потеряет лояльность. Беи это у нас военные, да, дворяне. Угу. И потеряю действительно лояльность тебе получит. Ну давай вот так сделаем. Так, я думал, думаю, будет лучше. Так, стоять. Так, совет еще нельзя. Тут тоже еще нельзя. И тут, кстати, можно. Админочку можно будет потребовать. Либо нанять какого-то из этих. Но пока что не надо, по идее. Да, пока что не буду ничего делать. Давайте попробуем против мамлюков повоевать. Все равно это нам принесет неплохо военного счета. Так, амбиции Валида Султана. Стоимость строительства, цена развития минус 5% на 10 лет, а доход от налога минус 25%, престижа, число
Давай мне админ очки и все. Стоимость развития это, конечно, хорошо, но нам пока что этого не понадобится. Просто еще, ну, там следующий институт технологический будет. Этот. Как же его? Колониализм вроде бы. Вот. Но он еще не скоро будет, явно будет позже, чем через 10 лет. Так что брать я не вижу смысла. Так, что там еще? Престиж за год. Ну, можно взять. Хотя тут очки будут нужны. Ладно, потом возьму. Очки будут нужны для того, чтобы закорить тут то, что получится захватить. А, видите, пошел. Увидел, что мы сюда идем. Тоже не дурак. Так, два маневра у тебя. Сколько у тебя? Один. Значит, тебе не повезло. Хотя тут тоже два. Ну, сейчас посмотрим. Какого генерала выберет? Вроде бы никакого. Пока что не выбирает. Угу. Так. Сюда пойдем. Тут будет попроще. О. Оставил своих верблюдников. На растерзание. Так, я говорил, что дам... да тут им, поверьте, им тут деньги не помогут. Крыму. А что если зайти через меню великих держав? Взять на себя у них... Это зависимое. Ага. А если тут... Тут есть такая штука. Платить займы, а? 150. А, я думал, тут появится окошко, я нажал, оно сразу меня списало сумму. Ну, ясно. Ну, посмотрим. Крепость моей марки, выплатить полную стоимость крепости, да? Сто девяносто один. Ингул. А, тут просто типа ничего не... Ага, тут просто можно построить замок. Ясно, все, понял. Понял, там были показаны две провинции, в которых ничего не было. Ни оккупации, ничего. Хорошо. Блин, надо проход, реально надо приход. Крым. Ну, тут, скорее всего, сначала на Харьков пойдем. Вот опять-таки отдавать Крыму... Ну, блин, ну отдам. Ладно, хрен с ним. Чтобы за одну войну это все сделать. Убрать эту страну с карты. А может, пойдет на вот эту 1000. А может, и сюда пойдет. Но там им будет... Хотя не, блин, тут ведь я в горах стою теперь. Это я буду атаковать горы. Так, на Карак идет, но он явно не сюда. Так бы шел Ман. Так, уменьшится. Стоп, а я... Не, я пока что увеличиваю. Мне нужна это. Как ее? Боевой дух. О. Он мне нужен. Так. Все, пошли сюда. Давай сюда. Ой, а тут горы. Ой, блин, что-то не знал, что тут горы. Блин. Думал, тут пустыня везде. А что у него за особенность? Кавалерийская атака с фланга плюс 50%. Неплохо, неплохо. Блин, потерял 4000. Так, и куда ты идешь? Сюда, наверное, идешь. Ну, давайте попробуем его тут добить.
Тут равнина. Тут горы. Галилейские вроде бы эти горы называются. Если я не прав, то поправьте. Так, сколько еще? 4 года. Ну, еще парочку генералов придется нанять. Сколько я очков просадил на этих генералов? Это просто жесть. Так, давайте здесь разберемся. Только вот тут мы разделимся. Пойдем двумя армиями, чтобы не терять еще больше рекрутов. Ставим снижение военной усталости. Но у нас военная усталость падает и так. У нас вон гидметедик добрый. Благодаря ему очень сильно падает. Так что с этим проблем нету. Так, на Волынь тоже тут уже, по идее, нафабриковали все, что можно. Ровно. Куда еще отправить наших дипломатов? Тут, кстати, да, папа воевал против Неаполя. Взял Абруцци и взял, собственно, сам Неаполь. Папа стронг. Стронг, да. Но у него только союз. Вот тут через Сиену можно будет напасть. Но правда, если я сейчас нападу на Сиену, то Австрия встанет на защиту. Так как она император. Вот. Так, гены нормально, нормально. Тут бесполезно улучшать. Папик. Папик тоже все нормально. Тут нормально, нормально. Вон с этими тоже все нормально. Угу. Поляки хорошо. Тут хорошо. Тут плевать. Поляки сколько там? 91. Еще один. Ну, можно на десяточку, в принципе, поработать. Давайте тут немножко улучшим. Что там? Французики. Французики все. Зашибись. Кастилия. Вот с Кастилией я, кстати, работал. Надо будет доработать. Опа. Ну, Кастилия все равно, как видите, за Гранадой воюет, потому что у них, ну, как бы, идет война против Марокко. А если я предложу Марокко стать союзником? Хрен там, потому что мы воюем. Марокко, ты идиот или что? Или как? Слушайте, это был бы неплохой шанс повоевать против Кастилии, но я ничего не получу из этой войны. Разве что то, что смогу остановить Кастилию. Не знаю. Стоит оно или не стоит. Так, с кем мы вообще воюем? Ага, с Аманом еще и с Хасой. Хорошо. Ливонцы заходят, долги австрияки их выплачивают. Так, ну что там? Тут тоже нужно разделиться. Тут будем просто оккупировать, тут будем просто стоять. Тут тоже горы. Угу. У нас тут в 2 раза больше. Так что эти горы нам не страшны. Сюда, ты давай сюда. Ты сюда давай.
Хорошо. Так, давай назад. Не надо тут погибать. Понапрасну. Тут посоединимся. Тут мы взяли. Хорошо. Давай вперед в атаку. Ну, еще на Хасу нужно пойти. Там тоже пооккупировать все. Муж. Это где? Это у нас здесь, да? Ладно. И назад. Блин, тут опять прекратить. Ну тут я же здесь не создаю. Ну блин, ну что за бред? Видите, тут сохранился этот баг, или как это называть. То, что я не фабрикую на него никаких претензий, а у меня висит все равно. Это хрень, то, что я типа фабрикую. Хотя тут семерка как-то сидит. Не знаю, какой-то бред. Бред бредовый, самый настоящий. Ну да ладно. Они что-то там с персами воюют, и вполне себе, я даже вижу, успешно воюют, даже осаждают что-то. А персы... Мне персы вроде бы не осаждают. Странно. Очень странно, но это хорошо, нам будет проще. Так, полностью убили. Зашибись. Хорошо, ребята, будем на этом завершать серию. Немножко она у нас будет коротенькая. Давайте хотя бы посмотрим, что там у нас можно взять будет. Ну, тут я, блин, не смогу посмотреть. Вот так вот. Тайма. Стоп, а тут почему плачу? Джебалшемар. А почему я за эту праву плачу? Ну и что оно не является целью войны? Какая разница, если это война по... А, это у меня завоевание. Все правильно, все правильно. Тут не плачу, потому что тут есть претензии. Все правильно. Так и должно быть. Медину, наверное, еще возьмем. Ага, уже сюда не хватает, да? Либо как-то так. Ну, блин, нет, сюда нужно. Ладно, Александрия подождет. Возьмем Медину и тут еще что-то попробуем взять, чтобы тут иметь такой типа выход. Вот. А на этом будем завершать серию. Так что благодарю вас за внимание. С вами был Назар. Всем пока. До новых встреч в эфире.